Альберт Эйнштейн создал квантовую теорию света, и значение которой он также применил в теории теплоемкости твердых тел. Вскоре Нильс Бор применил кванты в теории атома, который, по мнению Резерфорда, представлял собой Солнечную систему в миниатюре. И чем-то они действительно похожи. Солнечная система, в которой Солнце находится в центре, и вокруг него движутся планеты. И атомная система, и вокруг него движется электрон. Применив кванты в теории атома, Нильс Бор смог объяснить свойства атомов, в частности, законов, управляющих спектральным излучением. И уже было понятно, что все элементарные частицы не подчиняются законам классической механики, как считалось ранее. Хотя очень сложно назвать общую теорию относительности классической механикой. В связи с искривлением пространства, замедлением времени, линзированием. Но в любом случае, общая теория относительности все-таки относится к классической механике. А вот элементарные частицы находятся в определенных состояниях движения, в стационарных состояниях Бора. Вот так примерно это выглядит. Электрон перепрыгивает с одной орбиты на другую и тем самым выпускает фотон или же разные длины волн. Эти состояния зависят от определенных квантовых условий, в которых значится постоянная планка, а также целые квантовые числа, которые также применялись в расчетах, связанных с явлением интерференции. Все это доказывало дуализм волна-частица. Затем Рамон и Комптон доказали существование фотонов, которые были предсказаны Эйнштейном, к которым применялось понятие частоты для объяснения явления интерференции и дифракции, что в свою очередь также доказывал дуализм волна-частица. И в 1924 году Луиди Бройл начал сопоставлять с движением всякой частицы распространение волны, частота и длина которой были связаны с энергией и количеством движения частицы, в которых фигурировала постоянная планка. Таким образом, он установил соотношение с одной стороны между энергией и количеством движения частицы, а с другой стороны с частотой и длиной волны. В итоге было связано состояние движения частицы с фазой волны. Но как согласовать с представлением о волне тот факт, что частица локализована и что она занимает определенное положение в пространстве? Это трудно решить, так как волна, имеющая одну и ту же амплитуду в любой точке пространства, не может указать в данный каждый момент на определенную точку, где бы находилась частица в данный момент. Равномерное распределение этой амплитуды в пространстве означало бы, что частица может с одинаковой вероятностью находиться в любой точке. И в 1927 году Дэвисон и Джермер открыли дифракцию электронов, аналогичное явлению дифракции рентгеновских лучей. Было установлено, что движение электронов ассоциируется с распространением волны, что тоже можно сказать про другие частицы, атомы, протоны, нейтроны. И возник вопрос толкования новой теории и дуализма волна-частица. И было предложено три варианта. Одному из них придерживался Шрёдингер, который отрицал дуализм, а именно отрицал существование частиц. И Шрёдингер уподоблял частицу малому волновому пакету. Но волновой пакет имеет тенденцию быстро расплываться в пространстве, что не сказать о частицах, которые довольно стабильны и в пространстве, и во времени. Второй вариант рассматривал частицу как сингулярность центра волны. Но дело в том, что волновая механика использует не обладающие никакими сингулярностями непрерывные волны. Третье толкование дуализма частица-волна состоит в том, чтобы рассматривать частицы и волны по отдельности, как дополнительные стороны реальности. В том смысле, как понимал это Нильс Бор.